Всем привет, с вами я, Остап Бендер, и сегодня мы поговорим о сайте loaddogs.io. Как вы знаете, для того, чтобы пройти регистрацию, там нужно довольно много гемора и вводить свои паспортные данные, и вам должно быть больше 18 лет. А так как в Warface много игроков, кому меньше 18 лет, да еще и этот сайт действует не во всех регионах пока что, например, люди из Казахстана там покупать ничего не могут. Поэтому, ребят, я решил перепродавать торговые пин-коды, которые там интересные и под заказ, если они там есть, за определенную сумму. Конечно, цена будет выше рыночной, но она будет выше рыночной чисто символической, чтобы мне там, как говорится, не уйти в минус, и как посреднику эта часть небольшая шла мне в карман. Я себе на новый комп так буду зарабатывать. Ну ладно, ребят, так вот. Давайте перейдем немножко к пин-кодам. Если честно, пин-коды там действительно довольно интересные. Например, пин-код на випку на 7 дней стоит 22 рубля, а на СИК 551 стоит вообще, он сегодня стоил 120 рублей, это 18 рублей. Ну, в общем-то, сумма около 20 рублей. Чтобы не быть голословным, как это говорится, я прикреплю скриншот, где эти два товара. К тому же там действительно довольно много интересных пин-кодов, и вы знаете, просто глаза разбегаются. Конечно, есть и коробочный донат, который там стоит довольно дорого. Кстати, как говорится, вот эта чисто символическая цена где-то будет не больше 40% от стоимости товара. Конечно, на более дорогие товары они будут и более выше, потому что, как говорится, с более дорогими товарами есть риск. Так вот, ребят, как все это будет работать? Вы мне пишете, например, вот: привет, Остап, хочу там такой пин-код на Винторез. Я говорю: хорошо, сейчас на рынке стоит этот пин-код там, допустим, грубо говоря, 150 рублей. В итоге получается такая ситуация: я скидываю скриншот в подтверждение своих слов и потом называю свою цену. Если цена устраивает, то вы мне оплачиваете, я Винторез там выкупаю и вам скидываю пин-код. И в итоге получаю, все довольны, все счастливы. Вам не нужно регистрироваться и вводить свои личные данные. Ну а я получаю небольшие, так сказать, дивиденды символические, которые мне позволяют немножко так подзаработать. Так что, ребят, я считаю, что это довольно неплохая идея. Пишите мне о пин-кодах. Кстати, если что, можете там поторговаться и, как говорится, может что-то интересное да получится. Так что, ребят, торг уместен. И я считаю, что это очень даже неплохой вариант. Так что, ребят, пишите мне по этому поводу. Мы с вами, как говорится, поболтаем. Надеюсь, у меня появятся постоянные клиенты, которые... Ну, потому что випку покупать за 22 рубля, ну сколько? Если, например, я его буду там закупать по 22 рубля, то и продавать я его буду там один пин-код рублей за 30-35 максимум, потому что больше накручивать я не вижу смысла. Ну а 35 рублей, это, так сказать, сколько? 70 кредитов. А если учесть, что випка на неделю стоит 150 кредитов, то вы считаете, там в два раза, как говорится, экономите. Так что, ребят, вот такие-то вот дела. Или, например, пин-код на ФАМАС. Он стоит там около, на него цены колеблются от 38 до 50 рублей. Так что, в принципе, пушка довольно неплохая, а вот и стоит она довольно дешево. Конечно, цены там порой бывают иногда снижают в конкуренциях. Например, Glock Magma, на него я уже скриншоты прикреплять не буду. Он вчера стоил, я наблюдал, около 2600 рублей. Потом на него цену начали снижать, потому что их по такой цене никто не покупает. Там их всего 3 штуки. Если бы их было больше, то и цену бы снижали еще больше. Сейчас уже там самый дешевый стоит 1999 рублей. Но я подожду, пока на него цену снизят где-то порядка рублей до 900. И может потом куплю и кому-нибудь его продам. Так что, ребят, я считаю, что это довольно неплохая тема. Это как выгодно и вам, и мне. Я уже говорил, почему, так сказать, я выступаю в роли посредника, и вам это перепродаю. Мне часть идет от суммы в карман, а вам, потому что вы не регистрируетесь, и просто оплатили мне на Kiwi кошелек, я вам отправил пин-код. Ну, ладно, ребят, я все рассказал, все, что хотел. Всем спасибо за внимание. С вами был я, Остап Бендер. Всем пока.